Добрый день, дорогие мои друзья! Это моя третья часть моих покупок на блошином рынке. И хочу ее начать вот с такого прекрасного клатча. Он, сейчас я вам померю, 35 сантиметров в длину и 15 сантиметров в высоту. Он очень стильный, хотя клатч винтажный, клатч дизайнерский. Это натуральная кожа. Цвет белый, ну, не совсем белый. И не назовешь слоновой костью, такой вот грязновато-белый цвет. Смотрится стильно, великолепно. Я сделаю потом фото, когда его буду выгуливать. У меня в гардеробе есть вещи, которые изумительно подходят к этому клатчу. И давайте его откроем теперь. Это вот идет маркировочка, посмотрите. Два отдела здесь. Повторяю, состояние очень хорошее. Единственное, от времени вот здесь есть небольшая мятость, вот не потертость даже, скорее всего, она где-то вот придавилась. Вот очень, конечно, жалко. Но это не видно, потому что здесь вот так вот он закрыт. И, видать, здесь вот немножко кто-то смотрел, кожа или настоящая или нет. Вот немножко взяли, отклеили. Хотя он прошит, отклеили кусочек. Так. Теперь открываем ее. Смотрите, состояние внутри просто абсолютно новой сумочки. Очень красивый. Взять под руку. Супер, супер, я очень довольна. Моим детям тоже понравилось. Так, теперь я перейду к куколкам. Вот такая вот малышка. Посмотрите, привет! Улыбается вам, машет ручкой. Просто очаровашка. Такая вот. Это испанские характерные куколки. Я раньше покупала только характерные куклы, но была просьба тоже и по пупсам. И я решила тоже покупать пупсы, хотя я еще в этом ничего не понимаю. Такая вот красотка. Дальше вот такой мальчик у нас. Тоже очень-очень милое, красивое личико. Приоткрытый ротик. На пушке. Состояние очень хорошее. Одежду, конечно, нужно постирать. Он тоже маркирован. И, по-моему, это Германия. Характерные куколки Германии. Это фаянс уже идет. Головка фаянсовая. В резиновые это испанские. Вот такое шладкое. Сколов нет. Состояние, повторяю, очень хорошее. Так. Далее такая девочка, тоже она немка у нас. Всем покажу ее так сверху. Такой бант под платье. Тоже приветливая, улыбается. Зубки, конопушки. Тоже это фаянс. Тоже стоит маркировка. И она у нас, сейчас мы ее замерим, 30 сантиметров. Просто ножки немножко подогнуты, я 30 сантиметров. И то, что касается по пупсикам. Купила два вот таких пупсика. Они маркированы. Сейчас я вам покажу. Вот эта вот девочка. Глазки открываются, закрываются. Она резиновая. И написано, что на 1988 год. Ромашка, буква Z, маркировка. Я не знаю, что это за завод. Вот. И она
18 сантиметров. Тоже состояние очень хорошее. Если ее привести в порядок, волосики, кто это умеет делать, я не могу, к сожалению. Ну, у меня нет времени этим заниматься. И вот такая вот тоже куколка. Она, конечно, нужно тоже приводить ее в порядок. Волосы. Она тоже маркирована. Если кто-то в этом понимает, напишите, буду признательна. Это куколка 1983 года. Головка резиновая, а ножки такие вот пластмассовые. Это моя любимая серия сейчас будет. Вот такой вот малыш. Это тоже испанцы. Характерные куколки. Они идут 38 сантиметров. Красота необыкновенная. Вот такой язычок. Также удобно показать вам. Карие глазки. Родная одежда. Сплошное очарование и любование. Ой, вот этот поваренок, конечно, пока взяла его, штанишки слетели. Ну, не будем тратить время одевать. Вот, ну, чего, ну, в таких штанишках со временем, потому что здесь резиночка ослабла. И они так вот свободно на нем сидят. Посмотрите на его выражение лица. Что-то он возмущается. Тоже та же серия, что и предыдущие. 38 сантиметров. Вот если снять шапочку. Да, конечно, от куколок волосики остаются на скатерти. И теперь я перейду вот к таким прекрасным картинкам. Они выполнены в золоте и имеют сертификат. Мне первый раз встретились эти картинки. Обычно их не найдешь. И эти картинки разбираются сразу коллекционерами. Вот они имеют сертификат. По-моему, они 15 сантиметров. Нет, 11 даже сантиметров. 11 на 10. И первая картинка — это Нюрнберг, их знаменитый собор. Вот такая красота. А вторая картинка, она подписана. Сейчас вот, если возможно, вот видите, в правом углу внизу подпись художника. Тоже выполнено в золоте. Очень красивый пейзаж. Такой дворик утопает. Альпийские луга. И тоже имеет сертификат. Я, конечно, не знаю, что обозначает вот 960%. А, это... Я так понимаю, что касается золота. Да. Это вот большая удача, я считаю, что мне попались эти две картинки. Клатч, конечно, меня сразил. Я сделаю обязательно фото, когда поеду там прогуливаться или на танцы. Я обязательно сделаю фото, как я выгляжу с этим клатчем, и выставлю в Инстаграм или ВКонтакте. Так что не пропустите, смотрите. Еще раз по куколкам пройдусь вам. Покажу эти мордашки. Вот такие, такие красивые. Вот этот язычок. Вот эта куколка уже не моя.
Ну вот на этом я буду прощаться с вами. Все мои покупки за эту неделю. Всем мира и добра. Пока-пока.